Портал Accent City – это мощный ресурс для того, чтобы выучить английский. В нем не только обучающие и специализированные материалы, но и развлекательный контент, онлайн-курсы, вебинары и клубы с носителями языка. Давайте кратко расскажу о основных инструментах портала. Портал Accent City начинает с карты города, концепт которого в том, что этот город поделен на кварталы. А чтобы не заблудиться в нем, на любой странице вы сможете найти онлайн-чат, в котором техподдержка всегда вам поможет. Главный квартал – это Admin Street. В нем вы найдете статистику своей успеваемости, расписание онлайн и очных уроков. Там же домашние задания и выкладка прогресса ваших занятий. Также в нем все, что касается личного счета и управления вашим профилем. А еще, как вы можете видеть, тут есть банк слов. Это ваш личный словарь, который вы составляете сами. Если нажмете на значок книжки с буквой А в правом краю браузера, там достаточно вставить незнакомое слово на английском, нажать на стрелки, чтобы получить перевод, и нажать «Добавить». Теперь вы можете тренировать слова, которые вы себе собрали, и исключать те слова, которые вы уже знаете. В квартале Language Street представлены тренажеры по всем основным разделам изучения языка. В каждом из разделов есть блоки с заданиями, которые разделены по уровням. В каждом уровне вы найдете множество тренажеров с самыми разными темами. Например, в лексике вы выучите множество устойчивых выражений, которые помогут вам в любой ситуации за рубежом или на работе, если вы общаетесь с иностранцами. А в грамматике вы сможете поднять свой уровень и освоить основы английского языка. Грамматика – это скелет всего языка, вам останется только нарастить мясо, которое состоит из словарного запаса – это банк слов, о нем мы говорили выше. Фонетики – это тренажеры для восприятия английского на слух, где вы научитесь улавливать разницу между похожими, как вам кажется, словами, и наработаете навык говорения, прослушивая носителей и записывая свой голос, чтобы сравнить с тем, как это делают носители языка. Раздел аудирования научит вас улавливать смысл всего предложения и не терять главное в потоке слов длинных предложений. Этот раздел подготовит вас к зарубежным поездкам или общению с иностранцами. Тренажеры фонетики и аудирования помогут вам научиться говорить на английском чисто, как это делают англоговорящие люди. Чтением и письмом вы закрепите ваши знания, а личный куратор подскажет вам, если вы где-то ошиблись в письме. Квартал Business Street рассчитан на деловых людей. Тут и корпоративная этика, бизнес-лексика, основы письма. И все это также отрабатывается самыми различными тренажерами. Но в отличие от квартала Language Street, курс корпоративного английского линейный. То есть, выбрав бизнес-курс из списка, вы начинаете проходить квест-заданий, начиная от простых, по типу «угадай слово из списка», до сложных конструкторов предложений, где придется писать различные предложения полностью, как если бы вы писали его своему деловому партнеру. А еще в этом квартале есть переводы статей из ведущих изданий. И вы всегда можете скинуть ссылку на статью, которая, как вы считаете, будет интересна всем. Мы переведем ее и выложим на портал на двух языках, русском и английском. Это поможет разбираться в тексте, сложных оборотах и идиомах. Хотя для идиом и сленга есть отдельный квартал, но о нем ниже. Также, как вы видите, тут есть книги, например, раздел книг, рекомендуемых Грефом, и тут же раздел бизнес-лексика с самыми трендовыми кейсами для комьюнити, менеджмента и тимбилдинга. В квартале Downtown, как вы видите, находится развлекательный контент. Тут и видеоматериалы, это возможность смотреть видео на языке оригинала с экспортом незнакомых слов в ваш персональный банк слов. И аудиокниги, и библиотека адаптированной литературы, викторины на эрудицию, идиомы и сленг. То, что вам никогда не преподавали в школах иностранных языков. Хотите понимать музыку улиц, жаргонизмы, сленг, идиомы не нужно забурить. Делайте это играючи на портале, где они разложены в удобных тренажерах. Central Telegraph – это онлайн-классы. В обучении по скайпу у вас не будет виртуальной доски и интерактивных материалов для обучения. В этом квартале онлайн-клубы, вебинары, тренинги, которые ведут тренера, носители языка и специально приглашенные гости. Хотите попробовать себя в деле? Вам сюда. Южный парк – это раздел дополнительных материалов. Тут вы можете подобрать себе преподавателя и записаться к нему. Вот для этого и нужен раздел «База преподавателей». Авторские курсы – раздел, в котором преподаватели-энтузиасты выкладывают свои лайфхаки для изучения английского. Во вкладке «Радио» много различных каналов, чтобы поддержать свое понимание на слух.
песни. Знаете, о чем поют ваши кумиры, и вы сможете подпевать им сами, не придумывая абракадабру. TED Talks – полезные видеотренинги на самые актуальные темы сегодня. YouTube channel. Мы открываем свой блог, в котором будем делиться полезностями и чем-то интересным. Портал не платформа. Портал разработан преподавателями, чтобы не просто зубрить, но и просто классно проводить время с пользой и делом.